мотоцикл. Интересно, что происходит, когда меняешь физические свойства? Короче, срочный выпуск. Я тут нашел недавно в интернете, наткнулся на такой плагин, который можно сделать эффект, как в фильме «Начало» или как в фильме «Параллельные миры». Не знаю, как тебе больше нравится. Я такими эффектами не пользуюсь, но для динамики в своем видео иногда можно использовать. Тем более, если часто используешь видео с дрона или снимаешь на дрон и хочешь привнести свои видосы чего-то оригинального и необычного. Сегодня поделюсь этим плагином, но перед тем, как я начну, хочу тебе показать кое-что. И, короче, я поставил себе, наколхозил здесь вот такой микрофон. Угадай, что это за микрофон. И ты мне должен ответить на один вопрос. Изменился ли звук с предыдущим моим видео? Продолжаем говорить про плагины. И сегодня короткое видео о том, как сделать. Потому что у меня, короче, просто сгорела петличка. Сейчас, погоди. Вот, раньше я пользовался вот такой петлей. Это обычная петля фирмы Боя. Она стоила что-то там рублей 800. И пользовался вот такой радиосистемой. Это... Угадай, что за радиосистема. Вот, и я ее цеплял вот так, без петлички. Ну, как бы выглядит довольно колхозно. И да, и к тому же бывает так, что она перевернется как-нибудь вот микрофоном сюда, и все, капец, звука нет. И, короче, я решил минимизировать все вот эти замуты с петличками и использовать просто обычный микрофон. И теперь ты должен мне сказать, как звук, напиши в комментариях, отличается или нет от предыдущих видео. Я специально сейчас не буду его никак корректировать, просто вот оставлю, как он есть с микрофона. Он идет прямо в камеру. И напиши в комментариях, как звук вообще и как изображение на широкий угол сейчас. Короче, все для того, чтобы делать видео чаще, быстрее, для того, чтобы ты мог их просто посмотреть, скачать плагин, который я тебе предлагаю, и начать круто монтировать. Поехали! Итак, первое, что тебе нужно сделать, когда ты скачал эти два файла, вот они, эти две папки, получается, с двумя разными эффектами. Тебе их нужно установить. Устанавливаются они очень просто. Входишь в любую папку на своем маке, открываешь папку «Фильмы». Здесь открываешь папку Motion Templates. Motion Templates открываешь папку Effects и переносишь их просто в папку Effects. Но они у меня вот здесь как бы уже установлены, поэтому я не буду их скопировать. После того, как ты перенес их в эту папку, они у тебя появляются во вкладке Эффекты. Я, чтобы их не искать, сразу же я знаю, как они называются Inception. Они называются Inception Effects Different World и Inception Effect Same World. Короче, чтобы использовать такой эффект, тебе нужен кадр с дрона, либо какой-нибудь любой кадры там с земли, например, где у тебя хорошо видно горизонт и видно разделение неба и земля посередине горизонта. Например, вот такой кадр, как бы он не очень подойдет, и вот такой кадр тоже не подойдет, а больше подойдет, например, кадр, например, вот давай вот такой шот. Так, скинули на таймлинию, переносим сюда, смотри, два получается пути у тебя, два эффекта, потому что было же две папки. И вот у нас первый Inception Effect Different World и Inception Effect Same World. Давай начнем с первого, переносим его вот сюда, на наш клип. И мы видим, что он нам предлагает вот здесь в этом окошке вставить типа какой-то другой клип. Мы можем взять, например, вообще абсолютно другой кусок клипа, да? Выделить его, нажать кнопку Q, скинуть его вниз и закинуть его под клип, для того, чтобы его не было видно. Нажимаем вот этот треугольничек, квадратик, эту стрелочку и сюда тыкаем наш другой клип, который находится под ним. Нажимаем Apply и видим, что он просто, получается, как бы делает такую маску с сглаживанием вот этих вот, сглаживанием вот этого горизонта. Вот, здесь можно выбрать размер нашей маски, соответственно, ее как бы фейт вот этот, который сглаживает этого горизонта, да. Можно по-всякому так вот выбрать здесь, ее выдвинуть, не выдвинуть. Не очень на самом деле удачный кадр, давай попробуем какой-нибудь другой, например, вот этот. Суть конкретно этого эффекта в том, что ты можешь небо заменить любым другим шотом, не обязательно из того, который у тебя был. Например, можно взять вот такой кадр. Короче, как пример возьмем вот такой кадр. Я недавно снимал учителя английского языка. Эта девушка плывет, занимаясь преподаванием английского. Вот, и здесь видно, что как бы есть более-менее у нас разделено на небо, у нас есть лес и есть вода. То есть у нас три разных объекта. Берем вот этот вот. Вот здесь хорошо будет видно, видишь? Вот на этом примере видно хорошо. Мы сразу же видим четкое разделение,
потому что у нас ровно дрон летел над горизонтом, и у нас есть конкретное небо, конкретное и конкретно земля, то есть у нас два объекта. И вот здесь можно в этом эффекте настроить позицию, слегка подобрать вверх, чтобы у нас оставалось небо, и добиться вот такого эффекта, что у нас в небе кто-то плывет еще на лодке. И видишь, здесь очень круто position mask можно подобрать. Здесь вот так чик. Ее размер. Смотри, как это можно было бы сделать вручную. Я бы, например, скопировал бы слой, зажав кнопку Option, ну Alt, да. Просто бы взял, наверное, нажал бы сюда и сделал бы rotation, перевернул. Но дело в том, что вручную нам бы пришлось вот этот фрагмент, вот это небо, нам бы пришлось вручную его отсекать маской. Что как при движении, то есть, вот прикинь, нам бы сейчас пришлось вот это все отсечь. И когда кадр бы двигался, нам бы пришлось эту маску тречить. И вот здесь как бы этот плагин, он в тему, потому что он нам здорово поможет. Плагин такой может оказаться полезным, если ты хочешь в свое видео внести, наоборот, какой-то не динамики, например, а может быть добавить драматизма своему кадру. Ну или просто выпендриться перед заказчиком, показать, как ты умеешь это делать. Надеюсь, тебе плагин это окажется полезным. И не забудь написать, пожалуйста, в комментариях, как тебе звук с микрофона, оставить мне вот так или использовать свою вот эту систему. А на этом все, надеюсь, тебе понравился плагин и надеюсь, он тебе пригодится. Качай его по ссылке в описании, делись с корифанами, делись этим видео с своими корифанами, пускай они напишут там комментарий или еще что-нибудь еще. И хороших тебе кадров, быстрого монтажа. На этом все, пока.